Сотрудники госавтоинспекции посетили нео-такси. Встречи с водителями проходят регулярно, причем по инициативе руководства организации. В ходе таких мероприятий водители из первых уст узнают о ситуации на дорогах региона, количестве аварий и нововведениях в правилах дорожного движения. Кроме того, все желающие могут задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ. Как показывает практика, наиболее часто задаваемые вопросы – это то, что касается именно непосредственно водителей. Непосредственно касается водителя – это, конечно же, камеры, фото, видео. Видеофиксация. Это наиболее часто спрашиваемый, часто задаваемый вопрос. Да. Всем интересно, нужны ли дополнительные таблички при мобильных комплексах, как они должны устанавливаться, где они должны устанавливаться, какой порог чувствительности данных камер. То есть водителей интересует то, что непосредственно их касается в процессе движения. От сознательности водителей во многом зависит безопасность пассажиров. В автопарке нео-такси этому вопросу уделяется особенное внимание. Перед выездом всех водителей обязательно осматривают врач. Также специалист проверяет автомобили. Машины в нео-такси новые. Автомобили Kia Rio оснащены всем необходимым для перевозки самых разных категорий граждан. Мы переводим детей. У нас есть специальное удерживающее устройство, бустеры. Также мы перевозим пассажиров с животными. Перевозим ветеранов, перевозим инвалидов. Пассажиры уже давно оценили все преимущества нео-такси. Нео-такси пользуюсь давно. Вызываю часто, можно сказать, каждый день. Очень нравится этот таксопарк, потому что машины всегда чистенькие, аккуратненькие, водители вежливые. Приложение могут скачать все желающие, пользоваться им достаточно просто, а самое главное – удобно. Вот само приложение, я его открываю, да, тут есть карта, я выбираю адрес, то есть из дома, допустим, до работы доехать, выбираю вид оплаты, какой автомобиль, комфортный, некомфортный там. И нажимаю «Далее». Также мне показывают ближайшие автомобили, которые находятся рядом с моим местом расположения. В общем, нео-такси идет в ногу со временем, а поездками довольны и пассажиры, и сами водители. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».